Всем привет, с вами Зонг. Мы продолжаем. Я чувствую, что развязка уже где-то близка. Хотя, черт подери, вы и так знаете, чем все кончится из первой кампании. Все внимание на проектор, господа. Как вы знаете, в результате напряженного противостояния последних месяцев враг практически вытеснен с континента. В настоящий момент флот Танго базируется в районе озера Безмолвия в секторе 05151. Перед вами база Квебек, последний форпост противника. Думаю, мы справимся. Да, вы не ошибаетесь. Следующая наша задача – атака северной цитадели противника. Не стану скрывать, задача видится не самой простой, особенно если учитывать то, что именно на территории северной цитадели находится нульти-портал, через который враг постоянно получает новые подкрепления. Война на Ракаде-4 вступает в финальную стадию. Мы уже практически победили. Остался последний рывок. The last final push. Атака базы Квебек. На пути к базе Квебек расположен вражеский блокпост. Его захват является необходимым условием для успешной атаки. Звено штурмовиков работает в непосредственной близости от ВМФ Танго, ФВФ, для оперативного решения возникающих боевых задач. Опять штурмовики. Опять этот лучший штурмовик войны. Чтобы ему. Это флот Танго. Выкрутаться в воздухе прекратить, а то наломаете мне тут дров. Кто не в курсе, что такое трава? Это Фокстрот. Разрешите взлет. Это Браво. Мы в курсе, сэр. Стараемся изо всех сил. Это флот Танго. Не переусердствуйте. Фокстрот 1. Взлет разрешаю. Фокстрот 2. Взлет разрешаю. Я очень удивлюсь, если сейчас кто-нибудь не столкнется. Внимание! Контакт с противником.
интересно, не круче ли бы их было десантировать с парашютом? Пожалуй, это выглядело бы эффектно. Хотя, наверное, не так бы точно, как вот так прям на дорожку. А вообще идею надо как-нибудь подать. Современные танки ведь можно десантировать парашютом. Их там впереди уже ждут. Нам приказа рыпаться не было. Я уже пытался пройти эту миссию, и скрипт завис. Не знаю, получится ли сейчас. Вот и встреча. Теплая. Раз я не дал высадиться танковому десанту, и поэтому, наверное, скрипт завис. В этот раз надо попробовать дать им эту возможность. Выхожу на объект.
Скоро другое дело. Уничтожи радарный пост врага в секторе. Мы серьезно продвинулись на запад по направлению к базе Quebec. Задание не бог весть какой сложности, но оно выполнено, и это вселяет в меня уверенность. Я начинаю верить, что наступит тот день, когда те самые мальчики, которым все время приходилось подтирать попку, раз и навсегда превратятся в лучших пилотов Федерации. Мои поздравления, черт возьми. Тыл! Всем подразделениям не следует забывать, что наши победы иногда куются именно здесь, в тылу. В ходе плановой проверки подразделений тыла удалось наконец воочию установить тот куй, которым все это куется. Это безобразие. За разъяснениями ко мне всем ответственным лицам в понедельник в 8 утра. И когда он только успевает. На сегодня это все. До следующей встречи.